Дорогие студенты, сотрудники Витебского государственного университета, с днем рождения хочу вас поздравить, хочу поблагодарить и ректорат, и профессорско-преподавательский состав, и, конечно же, всех студентов за наше теплое отношение друг к другу, за наше сотрудничество, передать самые крепкие пожелания здоровья, радости, счастья и процветания университету, который носит такое высокое имя патриота, человека, на которого равняются очень большое количество белорусов, Петра Мироновича Машерова. С днем рождения вас! Пускай впереди будет только лучшее, светлое, и все получается.